13 февраля в Доме детского творчества состоялось мероприятие «Герои живут рядом», посвященное 34-й годовщине вывода войск из Афганистана, афганской войне и воинам-интернационалистам. Организатором данного мероприятия является директор Дома творчества Аминат Насрулаева. Какие-то необыкновенные люди, наделенные особыми какими-то качествами. Они такие же, как и все офицеры, солдаты, вчерашние школьники, курсанты. И сегодня мы должны вспомнить тех, кто отдал долг Родине за ее пределами, а в частности в Афганистане. И живут такие люди все среди нас. Сегодня к нам в гости пришли эти герои, и для вас мы посвящаем наше мероприятие. Началось мероприятие с минуты молчания в память о тех, кто ушел в этом страшном бою. После воспитанники образовательного учреждения подготовили для гостей концертную программу из блока стихотворений, песен и танцев. Почетными гостями были председатель Совета ветеранов, руководитель местного отделения боевого братства Магомед Ариб Якубов, а также ветераны боевых действий Али Рабаданов, Яхья Агамидов, Ахмедхан Магомедов и Михаил Адиширинов, которые, в свою очередь, изъявили желание выразить слова благодарности организаторам встречи. Воспитанники, вице-директора, спасибо, что нас пригласили. Помните о нас. Если коротко говорить, 25 декабря 1979 года по многочисленным просьбам руководства Афганистана был введен 40-я армия на территорию Республики Афганистан. Завершилось мероприятие вручением памятных подарков и общим фото с героями. Асия Тумалатова, Гаджи Гаджиев, новости телеканал «Среда».